Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно будет посвящен игровой тематике. Как вы знаете, у нас началась двухнедельная экспериментальная часть в игре, в которой экспериментируется именно увеличенное количество здоровья танков, плюс 6 на 6 матчмейкинговые бои по 5 минут, только маленькие карты. И сегодня я хотел бы вам показать то, что я уже за этот определенный день для себя увидел, на чем я покатал, и, наверное, хотел бы вам также посоветовать, на чем лучше играть, какие вооружения лучше использовать, и одно из этих вооружений сегодня вам показать, поиграть, ну и посмотреть самому себе, да, насколько эффективно все это дело, конечно же, работает, рассказать вам про режим, на котором лучше сейчас именно играть, и как и вообще, и где и фармить. То есть, если, например, сегодня, да, в момент записи видеоролика вышел видеоролик, где я, ну, можно так сказать, показал, как Хоппер уничтожает игру, и с этой ситуацией, наверное, я не совсем сам согласен, потому что все-таки я делаю это в роли именно контента, нежели показа, какой там я нагибатор и как можно разваливать ТО. Все-таки это больше, например, показ имбаланса, который не должен быть в игре, а не имба, на которые там легко разваливают. Там ничего сложного нету, на кризисе с хоппером летишь, что бешеный, и уносишь все, что движется. Но вот насчет обычного вооружения, которое также эффективно работает в матчмейкинге, сегодня именно пойдет речь. Что касаемо, что мы будем вообще катать, на чем мы будем играть, сегодня будет показано, что жига, что фриз, все зависит от того, какой резист будет у противника. Если резистов не будет от жиги, то я буду играть на ней. Если не будет фриза, то я буду на ней. Ну, начнем, я думаю, что с жиги. Полноценно также, друзья, сейчас на эти две недели так точно мы забываем про то, что есть у нас вообще в принципе двадцатка, потому что я считаю, что она больше не актуальна. Ну и изначально берем резист от двух продувов и от Изиды. И продувы сейчас нереально жестко разваливают, при том раскладе, то, что карты все довольно маленькие, да, и играбельные именно на ближнебойных пушках. А вы знаете мое отношение к ближнебойным пушкам, как я к ним отношусь и как они мне вообще все нравятся. Поэтому для меня в этом плане обновление даже такое плюсовое, да. Хоть и я считаю, что оно имеет свои плюсы, а что имеет свои минуса, но в плане продувов, да, мне довольно комфортно играть. То есть, что касаемо режима, то здесь я вам могу сказать так, что, как я уже вчера записывал видос и говорил, что ТДМ и именно всякие ЦПшки можно просто выкинуть в мусорку, потому что они больше не актуальны. Так я, в принципе, с этим делом и остаюсь. И так я, друзья, в принципе, считаю, что все, что не связано с увозами, да, то есть тот же штурм, я думаю, что тоже будет актуален. Но именно я останавливаюсь на данный период времени исключительно на регби. Я считаю, что регби — это максимально удачный режим. Но вот в этой катке, например, против уже имеется два хоппера, и это, конечно, беда. Я так понимаю, что у одного хоппера отключающаяся расходка, поэтому надо будет сейчас мне быстро переодеться по резисту. Я смотрю, что там пулик Изида Гаусс, да, пулик Изида Гаусс. Что касаемо гаража, пулик Изида Гаусс, да, возьмем такой резист. Что касаемо, друзья, гаража, мне, честно говоря, в ЧМО 5 версии, если честно, нравится та скорость, с которой можно переодеваться. Хоть и с какими-то моментами я, наверное, не согласен, но работает довольно быстро, оперативно и эффективно. И в этом плане, наверное, все очень неплохо работает. Что касаемо катки, друзья, да, в любом бою, когда вы катаете в матчмейкинге, если уж смотреть исключительно на регби, вам нужно понимать, что главная ваша задача — это непосредственно брать сам мяч. Если вы берете мяч, то можете считать, что на 50% вы уже близки к своему успеху и к тому самому моменту, который вы должны были уже реализовать на данной стадии, да? То есть главное — это брать мяч, главное — контролировать его, но никак не давать противнику контролить его самому. Потому что все-таки хп в два раза больше, соответственно, уничтожать противника намного тяжелее. Если вы контролируете мяч,
то не даете противнику уже шанс на доставку, да, дополнительную. Хотя, ну, всякие ситуации бывают, бывает там хоппер прыгнет, еще что-нибудь, и контролировать тяжело. Но за счет овердрайва, например, того же Хантера, можно спокойнейшим образом все это дело реализовывать. Я уже сам смотрю, что довольно большое количество игроков начинает играть в данном режиме, и эта катка не исключение, то, что здесь уже хопперы, что с моей стороны, что с вражеской стороны. Поэтому, ну, такое, такое, конечно. Так, резистор, кстати, отжиги. Мне бы было неплохо сейчас, наверное, на фриза переодеться. Просто я пока балаболю, я не максимально сконцентрирован на катке. Надо уже чуть больше сконцентрироваться. Вроде все одел уже то, что надо. Вот, за исключением вот пушки можно сейчас одеть фриза. Фриза я использую, друзья, конечно же, с адреналином, не с каким-то другим устройством. Адреналин наносит довольно большое количество урона. И этого урона, к слову, достаточно, дабы нагибать в таких боях. Но, как я уже сказал, киллы — это не преимущество. И если ты тут не ставишь мечи, то, понятное дело, что очков ты особо здесь и не нафармил пока что. Поэтому надо постараться поставить. 3-1 ведем по счету, это уже очень хороший результат. Ну и желательно, кстати, друзья, включаться в таких боях с самого-самого начала. То есть, если вы включаетесь с самого начала, то вероятность вашего успеха намного-намного больше. Так, хорошо, мячик как раз стопанул молодой человек. А, еще раз, да, решил стопануть, но он. Меня еще и овер взяли, сбили. Ну там арта, кстати, неплохой урон нанесла. У меня только кулдаун полной расходки. Еще одно прожатие овера. Эми, конечно, в этом плане очень эффективно работает, но вот такие вот игноры танков — это, конечно, беда. И у меня такое ощущение, как будто этот чел был в мечте. Но так нельзя было игнорить. Я не верю в то, что чел просто подлез под три танка. Ну хотя это хоппер, там как бы может быть такой момент, но там чересчур жестко он, конечно, подлез. Выглядело как чит какой-то. Ну ладно, не будем заострять на этом внимание. Катка пока для меня, если честно, складывается плохо. Да, при всем раскладе, как я рассказывал, да, рассказывал я неплохо. Исполнение пока что на двоечку, можно так сказать, да. Хоппер прожал овер. Надеюсь, что наши тиммейты сейчас сработают и засейвлят данный флаг. О, мяч, вернее. Но, походу, никто не сейвит. 3-3, это очень плохо. Очень плохо, что у нас имеется два хантера, имеется два хоппера. И при этом мы сейчас просрали очень простой мяч, который должны были ставить, если честно. Ну ладно, хорошо, хорошо. Ну, по крайней мере, не отдавать должны были, да? Давай попробуем. Давай попробуем все-таки доставить. 7 секунд до конца. Ну, походу, мы уже ничего так не доставим. Ну что это такое? Не, ну это игнор какой-то. Я не верю в совпадение. Что это было? Чел просто меня игнорит, просто насквозь проезжает. Даже не чувствует, что у меня там какое-то есть сопротивление определенное. Ну это жесть какая-то. Ладно, пикаем следующую катку. Первая получилась не такая удачная. Не так эффективно удалось все это дело реализовать. Но сейчас я думаю, что если пикнет в адекватную катку без каких-то там читеров, лагеров и прочих нубасов, не будет нормально. Пикаем, смотрим, что у нас будет. Я надеюсь, что должна быть неплохая катка. Все-таки моя же теория должна работать. Я уже вчера на протяжении всего вечера катал и работало все максимально эффективно нагибаторски. Я же не верю, что тут что-то за меньше чем полдня могло поменяться. Правильно? Хантер имба, имба. Нагибать должен, нагибать должен. Резистов от фриза один. Есть. Так, аджиги, аджиги два. Хорошо, играем на фризе. Главное сейчас быстренько подобрать более правильный резистик, наверное. Нифига, корпус шатает. Так, по резисту твинс, два пулика, арта, окей. Твинс, два пулика. Ой, пулика снял зачем-то. Твинс, два пулика и арта. Можно еще посмотреть, что лучше взять по именно устройству на корпус. Есть ли там вариант какой-то? Но если эти пулики играют, но они должны играть с поджогом. Мне, наверное, иммунитет от поджога надо взять. Да, они играют с поджогом. А, нет, без поджога они играют. Окей, ну ладно. Если не без поджога, то окей. Ну, вроде без поджога. Я, конечно, не сильно разбираюсь в этих устройствах. Но вроде как без поджога. Так, ладно. Давайте пробую ставить. Надеюсь, что я выживу. Да, выживу. Найс. 1-1. Есть. Пошла, родная. Пошла, родная. Так, по пушкам. Ну, пока, в принципе, ладно. Можно не менять устройство на корпус. Да, там пулик горит. Поэтому, походу, у него какое-то другое устройство. Ну, если я не ошибаюсь, зажигательная лента выглядела по-другому. Если в матчмейкинге она, конечно, не светится как-то иначе. Ладно.
Вроде не жгет, это хорошо. Так, ладно, овердрайв у меня есть. Если даже бы кто-то сейчас здесь пытался мне блокировать, стоять, я бы сейчас бы все равно бы влетел, в легкую поставил бы. Овердрайва бы дал бы, и все было бы четко. Но этого не понадобилось делать. И это очень хорошо. Можно сейчас по возможности, наверное, даже побыстрее уйти на респ. Но я так понимаю, что меня никто не зареспит. Все-таки хп в два раза больше. Поэтому давайте жить дальше. И попытаемся сейчас поконтролировать уже зону. Ой, ой, зачем такие оверы прожимаешь, молодой человек? Это очень глупо было с вашей стороны. Ладно, пусть там прожал, не прожал, вообще пофиг. 2-1 уже ведем. Можно сейчас пытаться еще поставить. Вообще было бы неплохо на видосе какую-нибудь каточку, такую хорошую досрочку сделать. Было бы вообще эффективно. Эффектно. С моей стороны. Так, хорошо, застопил двоих, но, к сожалению, стоп не сработал. В связи с такой вот situation communication, что... А, ладно, где бой, выжил. Что диктатора я не дотянул? Диктатора не дотянул, он раздал овер и, конечно, не супер было, бомбически. Ну, доставил, хорошо, 3 соточки за 3 минутки. Я считаю, что неплохой результат. Неплохой, пойдет. Пойдет, определенно пойдет. Но надо еще попытаться поставить, как минимум, 1 мячик, может даже 2. Сейчас посмотрим, как пойдет. Сейчас посмотрим, как пойдет. Сейчас посмотрим, как пойдет. Пытаются блокировать. Так. Стопэ. Овердрайв что-то очень долго работает. Овердрайв. Надо было, наверное, овер прожимать. Я бы мог бы спокойнейшим образом бы тогда бы этого молодого человечка просто застопить и обезопасить себя. Ну ладно, рисковать не стал. Лучше его сейчас стабильно овер прожму. Стабильно его отреплю, дабы он уже не доставил. Все-таки я веду по счету. Я играю не с командой, играю как бы соло. Поэтому немножко в каких-то моментах может быть потяжелее. Ну ладно, тут все-таки доставляем. Четвертый есть, 410. Неплохой результат. Неплохой результат. Иногда такого количества очков может нельзя было даже добиваться до обновления, я вам скажу так. А тут после обновления, представляете, когда у танков больше в 2 раза хп. Но тут, конечно, я очки зарабатываю, не уничтожая противника. А все-таки за счет доставленных мячей. Поэтому это тоже такое. Надо обязательно обращать на это внимание. Но результат неплохой. Определенно, сейчас в регби даже там, знаете, в пати играть не всегда эффективно и не всегда выгодно. Иногда моментами можно поиграть в соло и просто там, например, поразваливать, да. В каком-то смысле. Так, найс, это очень хорошо, что сейчас я этого хоппера застопил. И у меня есть шанс на доставку, наверное. А, или нету? Нет, походу нет, ничего нет. Да, сейчас сам меня хоппер застопил. Ну ладно, 4-0, 4-0, нормально. У меня 410, у второго 125. Нормально, нормально, пойдет. Вот вам и продувы, друзья. Вот вам и продувы, которые, если что, в какой-то момент могут просто задуть нормально. А так вам вообще, ну, по сути, я не знаю, там... Кто-то говорит, что там пушки не нагибают, еще. Да, в таких режимах вам особо там и дуть-то не надо, да. А если и надо задуть, то хоп-хоп. Продувчиком реализовали моментик какой-то определенный, и все. Баллона много, хп наносит довольно-таки неплохо, да. Понятное дело, что если резист возьмут, то уже урон будет не такой большой. А если резист взяли, хоп, с фреза на жигу, с жиги на фреза, переоделись туда-сюда, и все. Все эффективно. Так, два вот, например, сейчас в катке 2 резиста от фреза. Полноценно можно было бы, наверное, переодеться... А, там от 3 от жиги, ладно, тогда хорошо, тогда оставлю. Оставлю так, ничего менять не буду. Сейчас только посмотрим, что по резисту лучше взять. Я так смотрю, тут фриз в катке. Фриз, твинс, изитка. Изитка. И к слову, друзья, когда очень большое количество продовов играет, очень эффективно работает взять именно замечательного иммунитета от заморозки. Вы знаете, как фриз сразу становится бесполезен. Настолько эффективно работает. Так, против я вижу 2 изитки. Нифига себе, я его в минус кинул. 2 изитки, твинс и фриз. Возьмем именно такой резист. Пока меня, конечно, неплохо так блокирует. Не дает мне ничего сделать. Так, и получается 2 изиды фриз, да? Фриз, твинс, вроде, да, я говорил? 2 изиды, фриз, твинс, вроде так. Вроде было вот так.
И теперь смотрим, что же будет получаться. Но здесь надо иммунитет от заморозки точно брать смело. Смело иммунитет от заморозки. Потому что мне кажется, что больше ничего мне здесь не может помешать. Иммунитет от заморозочки взять. И тогда будет чики-пуки. Все чики-брики-пуки-муки. И сейчас вот этот если доставлю. Будет очень неплохо. Чуть минус не упал, если честно. Аптечка, конечно, работает максимально печально. Максимально, прям максимально печально работает аптека. Но на нее, наверное, лучше не обращать внимания. Так, и давайте все-таки, наверное, я возьму иммунитет. Иммунитет. Ой, вот сюда мне надо иммунитет от заморозочки. Иммунитет от заморозочки. Да, друзья? Кто бы мог подумать, что такие обновления заставят меня переодеваться в матчмейкинге. Раньше я вообще не любил ничего менять. Я играл на одном каком-то дефолтном вооружении, чтобы я вообще менял резисты в матчмейкинге. Вы такое вообще можете хоть когда-то вспомнить, чтобы такое было? Я, честно говоря, и не помню, когда я последний раз что-то подобное вытворял. Но вот так вот бывает, что обновления меня заставляют начинать переодеваться. С одной стороны, это хорошо, то, что я наконец-таки не играю на каком-то одном определенном вооружении, на одном каком-то определенном дефолте. Но, а с другой стороны, все-таки надо на это какое-то время определенное тратить, правильно? Но больше это, наверное, плюс, нежели минус, я бы сказал. Я бы сказал именно так. Поэтому я больше, наверное, рад тому, что теперь обновления такие заставляют меня переодеваться в матчмейкинговых боях, а не просто играть на каком-то определенном дефолтном вооружении, на котором я и так привык катать, да? Ну вот видите, как работает, например, иммунитет от фриза. Я могу просто-напросто даже уехать от фриза, который пытается меня просто на викинге своем дуть, да? Ну, недалеко, конечно, я уехал, что все-таки... Мама чуть подблокировал, но вы понимаете саму схему, как это может эффективно работать. Так, ну и я считаю, что 1-0 это очень плохой показатель, поэтому надо попытаться еще один поставить здесь. Хотя бы еще один поставить. Мамонта бы схавать. Было бы супер. Есть, хорошо. Мамонта сожрал, вторая доставка есть. Может даже третью успею, у меня еще овер есть. Да, но танк живет, конечно, максимально долго. Давай, прожми, хорошо, есть. Так, 40 сек, мне хватает времени, чтобы доставить еще один мяч. Вполне мне хватает времени. Если мне хватает времени, то надо это пробовать реализовывать, правильно? Правильно. Пытается меня задуть молодой человек. Ладно, у меня ничего не получится. Так, едем через этот фланг. У мамонта как раз овера уже нет. И тут сейчас меня будет пытаться, наверное, блокировать. Не знаю, что он будет делать. Ой-ой-ой, опять я как-то на танк залажу. А, ладно. Надо было прожимать, короче, овер. Решил и подумал, что выживу. Но если тебя бьют, то аптечка, конечно, ничем тебе не помогает. Но даже при таком раскладе, при том, что катка закончилась всего лишь со счетом 2-0, у меня все равно получилось поднять полторашку. Полторашку это при таком ксе по фанду, это довольно-таки неплохой результат. Поэтому что вам я могу сказать, друзья, на данный период времени? Если вы до сих пор не попробовали, не поиграли, то я бы вам посоветовал бы попробовать покатать. Именно в регби, там, в захвате флага, в штурме. Выбирая вооружение среднего типа по корпусу, да, в моем случае я все-таки вам советую Hunter, да, хотя Викинг, я думаю, что тоже в ближайшее время затестим, посмотрим, как он будет себя показывать, как он будет себя реализовывать, но я бы вам посоветовал именно Hunter с ушками продувами, Жига или Фриз, если от Жиги или Фриза есть, вернее, если и от Жиги, и от Фриза имеется большое количество резистов в одном бою, то... Я бы вам посоветовал бы взять на этот момент либо Твинса, либо Изиду, которые также довольно неплохо работают, да, можно с ними тоже пофармить, понабивать. Больше обращать внимание на резисты, если они у вас есть, то смотрите, переодевайте. Ну и что касаемо дрона, то это защитник, да, то есть я сейчас даже и не думаю о каком-то другом дроне. Ну, понятное дело, если был бы кризис, то был бы кризис, но так как его нету, то здесь тут как бы дефолт защитник. Поэтому как-то так, друзья, если вам понравился видеоролик, если вы хотите, чтобы на данный период времени выходили почаще,
игрового формата видеоролики, и я порассматривал какие-то еще определенные вооружения, поискал что-то новое для себя, но на данный момент именно вот такое вооружение для меня считается более имбовое, более удобное под такой баланс, который мы сейчас видим в гараже вообще и в игре. Я вообще считаю, что это имба-продува баланс. Да, то есть именно продувы являются более нагибаторскими пушками, потому что что гром, что там смоки всякие, арты и прочее, да, их не перебалансили, их не дополняли к данному обновлению, то есть они уже заведомо будут слабее, заведомо слабее, я уверен, на 100%. Ну и они вообще как бы особо там и не встречаются так часто, и не им будет как-то вообще особенно. Поэтому здесь уже чистый уклон на те самые пушки, которые я обожаю, те самые мои любимейшие продувчики, и именно на них все основано. Так вот, что я сказал. Если вы хотите, чтобы на данный период времени почаще выходили игровые видосы, то давайте наберем на этом 150 лайков. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. И как только 150-очка набирается, я моментально пытаюсь как можно быстрее выпустить новый игровой видеоролик, посвященный вот этим именно экспериментам, и обозревать что-то новое. Возможно, у вас есть какие-то мысли по этому поводу, что вы вообще думаете, да, по балансу, по вооружениям, напишите в комментариях. И напишите, что вы бы хотели увидеть, может быть, какой-то определенный режим пообозревать, посмотреть. Мне вот, например, на данный период времени даже самому интересно посмотреть, а что там в штурме, я в нем вообще не катал. И мне кажется, что там за атаку тоже очень даже неплохой фар может быть. Поэтому как-то так. Спасибо, друзья, всем за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока.